мне нравится любая реклама, которая, скажем, рассказывает о дырке, которую можно сделать с помощью дрели, да, как Котлер говорил, а не то, что мы продаем дрели. Вот. И реклама, которая не в формате «дай мне, я тебе», это не обмен. То есть есть же три формы. Я забираю, потом форма «ты мне, я тебе», и форма «я отдаю». Так вот, в долгосрочной, на спринтерской дистанции выигрывает «я забираю». В долгосрочной, в среднесрочной «я беру, я отдаю». Но в долгосрочной, когда ты отдаешь и ничего не просишь взамен, делаешь людям пользу, ограждаешь их от каких-то опасностей, просто рассказываешь их какие-то лайфхаки, которые могут жизнь их улучшить. Таким образом, человек что-то от тебя получил, а человек такое существо, он не совсем животное, он действительно всегда отдаст взамен. Просто это вопрос произойдет на следующий день, через 30 дней или через 3 года. Таким образом, вокруг твоей компании, вокруг твоего бренда формируется огромная категория людей, которым ты сделал хорошо, и это, по сути, твои друзья. Вот, это не тот брендинг, о котором все говорят. Сейчас не нужен логотип, сейчас не нужно прописывать ценности бренда. Ты просто должен каждый день делать прикольные поступки, учить людей чему-то прикольному, хорошему, постить это на Фейсбуке, этого достаточно.